Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами Тутенпаут, очень рад вас видеть в игре The Isle of Rima. На днях тут вышло обновление, добавили трех новых динозавров. Я как понял, сейчас мы как раз таки посмотрим, а еще говорят, то, что сделали лучше оптимизацию, добавили еще искусственный интеллект. Вот. Поэтому сейчас я решил зайти в The Isle, посмотреть, как он изменился от последнего моего обзора. Потому что я знаю то, что вам Зайл мой тоже нравится, помимо Арка. Так, ладно. Тапкин и Врим. Ну, Тапкин. 164 человека. Да, знаю. Вот это жестко сейчас там, конечно, все происходит. Ну, а чё бы нет? Давайте сходим в мясо, так сказать. Чё, мы слабаки, что ли? Мы же с вами выживали до этого. О, теперь при спаме я вот выбираю персонажа. Фаворит. Так, что ли, я теперь выбираю или чё? Так, вот я нажал. А, не. Или да. Короче, фиг знает, за кого я сейчас зайду. Сейчас увидим. А нет, за этого дриозавра не надо. Если я... А не, я не за него зашел. Так, ладно, смотрим. Хербивор. Извините за мое произношение. А вот, смотрите. Стегозавра добавили. Тут пока непонятно, ко мне не прогрузилось, да, видать, у меня не прогрузилось еще. Короче, стегозавр, тинантозавр. А, хипсоломандон. Дриозавр, это мы видели, но ты еще раз что-то. А, вот. Хипсоломандон. Стегозавр. Стегозавр, это, конечно, классная вещь. А что у нас по хищникам? По хищникам у нас карнотавр и тарапов. И теперь можно за карнотавров играть на интернете. Мы точно сейчас за него пойдем. Карнотавр — это топчик. Всегда любил карнотавра. Так, а... Вот я зашел. Я пока маленький детеныш. Блин, пока мне все нравится, все очень классно. Все мне очень нравится, оптимизировано. Всегда сталкиваю управление. Map M. Так, GM, Night. Вот я ж нажал. Или не работает. Как мне включить ночное видение? Вот написано же, что оно на N. Вот оно ж на N. Применить. А игроки на тап или на... Да, статистика на insert по-прежнему. Игроки у нас... Непонятно, ну-ка, надо посмотреть. Так, players tab. Вот жму tab. Не работает, пофиг ему. Странно. Кстати, слышу даже какие-то звуки поблизости. Очень интересно. Так, вон там что-то чую. Давайте на картах не ходить. Блин, анимация вообще шикарная. Правда, жаль то, что вам, наверное, проха не видно. Хотя, я не знаю, надеюсь, видно. А почему, кстати, ночной это не работает? Или на какую другую? Собственно, включение. Давай вот так. А, не работает. Настройки пока не подчиняются просто. Мои старые. А не стопы. Чат. Так. А
А если ценой для поставить? А если вот так альт? Ну-ка. Не, прикиньте, не работает. Мне пока не понять. Если можете, напишите мне, пожалуйста, в комментариях. Мне это очень пригодится. Потому что я пока не понимаю, как даже звать в пати. Ладно, продержимся, нам надо поправить. Пока все вообще отлично. Все очень красиво, анимация отличная, прям суперская. И, по-моему, эту фигню с никами уже убрали. Вот я чувствую то, что мясо где-то вот там вообще. Мне еще интересно, найду ли я в этот раз искусственный интеллект. Так вот, собственно, тут где-то мясо. Ночь, конечно, не такая темная, но было бы неплохо научиться делать искусственное зрение. Как это было бы, я сейчас чувствую. Или оно теперь здесь, ну-ка. Иногда... Ну тут что-то я почувствовал, смотрите. Вот я как понял, мясо, оно у меня красным помечается. Не, пока этот заял имеет место быть, очень молодцы ребята, стараются. Так, а тут у нас... Вау. А тут у нас что? Вот я тут что-то учу его где, а? Я просто впритык не вижу. Или тут что-то? Я вот не понимаю, кого я тут свистеть должен. Ложный запах, что ли? Странно. Ладно, в принципе, мы можем походить на звуки, сориентироваться. Сейчас один как раз настанет. Походить, сориентироваться. Ага. Вот тут что-то интересное есть. И где? Я пока не взрослый кормич. Поэтому немножко не понимаю, что тут происходит. Но очень интересно. Ботов пока тоже не вижу, но говорят, что интеллект был добавлен. Кстати, анимация, конечно, шикарнейшая. Я, конечно, много всяких кнопок не знаю, может. Тут есть ночные видео, но я пока его не обнаружил. Вот тут вот опять что-то чувствую. Но это, наверное, я не знаю, мясо мне так показывает или нет, непонятно. Непонятно, что мне так помечает. Ой, тихо. Так, а если реально инсерт, добит, инсерт, маэстро, делаюсь просто быстро, кстати. Ой, ой, тихо. Неподалеку слышу карму, но знаете, пока что свои давайте сделаем. Лучше так не делать. Вот там вот что-то почувствовал.
Не вижу вообще ничего. Давайте все кнопки истыкую. О. Если есть такая штука. Да, есть. Это тут что у нас такое? Карна опять как-нибудь включим. Так, P, O, I, U, T. Не, нету. Не работает. Я пока не понимаю, что мне здесь ожидать. Я в темноте. Ни проха не вижу. Без ночного вида. Как его включить, не понимаю. Крики очень интересные. Такие крики мне вообще не знакомы. Очень хорошая анимация, смотрите, он прям как живой. Правда, жаль то, что в такой траве он вот так как-то расплывчато себя чувствует. Вот это жаль. Так, тут я кого найти должен. Или это по моим следам идут? Тут что ли кто-то есть? Что-то тут вот сейчас было слышно. Но я не понимаю, что. Вот единственное, в чем минус, то что вот когда идешь, так вроде нету вот большой этой фигни, но вот когда в траве стоишь, у тебя там как-то вот прям расплывчато себя все ведет. Я не знаю почему. Ну да ладно. Так, принесли. Говорили, есть искусственный интеллект. Ну, а где он? Или настолько много людей, то что я его просто не могу найти. Это я что сделал? Типа шаг медленный, не, ну такой шаг не надо. Как я себе такой сделал? Нет, как я себе такой, кстати, сделал? На Alt, что ли? Или на Ctrl? Не, этот, что ли? Как я себе сделал такой чеканутый шаг? Интересно, на C? Нет. Это я зря сделал. А вот что-то все шагом сделал, не могу понять, на какую кнопку. А, короче, П русская меняет ходьбу. Вот. О, офигеть, ты FPS поднялся, аж я обрадовался. Нет, единственное, в чем проблема, я не понимаю. Реально. А где тут ночное видение, которого так не хватает? Видите, у меня FPS подскочил. Давно так не было. Или это в начале? Сначала FPS мало, а потом как подскакивает. Интересно, очень интересно.
И все же, вы слышали, какие звуки уже все? Я вот не слышал. Вот я опять чувствую что-то. Но я не понимаю. Опа. Вот почему? Что здесь такое было? Я не понимаю, где тут. Если тут кто-то был, то где, собственно говоря, мясо и все прочее. Ну это тут не понятно. А я неправильно принес. Странно это все. Ладно, можно пойти к водоему, в принципе, он тут близко. Попить водицы хотя бы. А вот то, что я выживу, я не обещаю, потому что я пока даже не понял, как в этой версии Зайла, ну, правильнее играть. Потому что ботов я пока не увидел, которыми можно пропитаться. И это печально. Вот, кстати, там было много, то есть уже упал. Так. Открытая местность. Никого нет, нет, убежим. Тут где-то у меня чует воду. Да, тут куда падает он. Да, вот, пожалуйста, выдаем. По закону жанра идем на картах, чтобы если что, с ускорением убежать. Но, как видите, ускорение хронотавра не работает сейчас вот так быстро. Вот тут вот кого-то рядом слышу. Ну, это что-то большое. Спрессина будет пить. Вон, да, давай, спрессина. Вода очень классно сделана. Прям бодрячком. Очень хорошо вода. А то, что вообще идея вот это не прожимание гроу, потому что этот динозавр сам со временем будет вырастать, это вообще взрослого. Уже такого тут по звукам. Поэтому аккуратненько пойдем. От воды, чтобы не оставлять следов. Вот. Где же он тут находится? А может быть, я его сожрать смогу? Тут, конечно, мне непонятно. Но интересно. В принципе, думаю, ладно. К воде вышли, это одно. Осматриваться надо. Вот уже рассвет. В принципе, видно лучше. Вот небольшое ускорение. Думаю, кто был. А кто же где-то? Говорят, есть искусственный интеллект, а где он? А почему я его не вижу, не вооружен? Вот я сейчас тут пробежал. Просто не понимаю. Где он? Вот вы тоже сейчас этот звук наверняка слышали, но не понимаю, где он. О, вот эти лучи солнца вообще так. Очень постарались, хорошая графика. Самое главное, мало требуется. Ну как сказать, мало требуется, но достойно. Много требует, но на таких старых как у меня.
Отцепно, что я вижу отсюда? Отсюда ничего нового, и тот же самый водопад. Карта, кстати, говорят, меньше. Вот, единственное, чего мне интересно, я сегодня поем или нет? Потому что мне надо найти хотя бы искусственный интеллект, чтобы иметь шанс на выживание. Сами понимаете. Так, вот такие... А, это все-таки Тернатор такие стоит, когда спрыгивает. Да. Это все Тернатор. Вот отсюда осмотр хороший. Все очень хорошо отсюда видно. Что происходит. Так, съедем еще раз. Пока кости у нас, слава богу, от съезда не ломается. Обычно у особей постарше это точно было. То, что съезжаешь, и ломается кость. Так, ладно, что тут у нас? Добавили камыши, вон какие-то вдоль реки, это уже классно. Да, все-таки это и есть наши звуки. А где боты? Я вообще не понимаю. Дорожку тут он сделали для кого-то. Так, что-то тут слышу, но не понимаю, что. Искусственный интеллект, где же ты? Когда ты мне так нужен? Чем я питаться-то буду? Просто одними игроками питаться, когда ты еще не понимаешь, где они, это мучительно, так я хочу сказать. Мы, кстати, уже на какой стадии, потому что это нормально, я смотрю окрепли. Вон там вода есть, вообще воду выдаем, мы растем потихонечку, но нам надо хавать. Без еды мы сейчас отпинемся и все. Даже если я пойду вдоль леса, пока что никаких звуков нет. Так, вроде иду в правильном направлении. Жаль, он прекратил издавать эти звуки. Или это бот все-таки был. Ну-ка, вернемся в исходную позицию. Может, все-таки бот? Если игрок, то очень жаль, что он звуки перестал издавать. Да, такие густые заросли. Я бы даже сказал, очень тяжело ориентироваться. Кстати, следы тоже классные стоят. Ну,
да, моя игра обычно заканчивается на том, когда я умираю от голода, вот и все. Ну, ладно, так уж и быть, покажу вам, как он рычит. Такие вот у него анимации растянутые, правда. Мы еще детеныш совсем. Кстати, тут на крик теперь можно соглашаться на вступление в пати. И прикиньте, блядь, я сейчас ответил чел. Вот он где-то, он есть. Я знаю, это опасно, но рискую. Решил не отзываться, я не все понял. Ладно, продержимся немножко лучше. Вон там где-то далеко слышно Карнотавра, которого можно слопать, он только появился. Ну да, такие вот жесткие реалии. Ну давайте попробуем, потому что мы сейчас просто умрем с голода. В открытой местности ему опасно. Да, захища важнее всего, но очень интересно, кстати. Когда тут, я не знаю, вроде говорили, что боты добавлены, но пока ни одного бота я не нашел, как в старых версиях. И это печалит. Да, вот у меня уже экран краснел, да, начинаю убирать огонь. Чего? Странно. Ну да, уже краснеет мой экранчик. Да. Эх, да, таковы реалии. Не могут мне дать бота, пока что которого можно съесть. И это печалит. Ну, Карнотавр очень классный. Я бы на нем, может, и выжил, если бы были бы боты. А так он мне даже пока ни одного игрока не нужен. Может быть, надо было просто оставаться у водоема. Ну, да, на последних парах пробежим до туда, откуда прибежали, может, что-то получится. Кстати, когда я бегу голодным, то ощущение, как будто мне становится хуже. Экран прям отчетливо хуже краснеет. Кстати, как вы думаете, бот был или кто?
Мне кажется, не бот. Или это просто были звуки? Блин, просто звуки природы. Ну, обидно. Вот это что за след за мной такое на траве остается? Ну это ж не круто. Надо будет вместе с ним разбираться, почему так. Ну да, просто умираю с голоду, потому что пока не привык к такой карте. Ну и да, собственно. Вот такие вот приколы. А вон на F10 просто смотрите еще вставка в Zile. Прикольно. Удобно делать скрины, но нам пока не надо. Или стопы. Приближать можно? Да, можно приближать. Вот это хорошо, что можно приближать. Очень удобно делать превью такими методами. Ну, наверное, конечно, как вариант могу оставить вот такой скрин, но это только оставить. В принципе, я считаю то, что лучше всего мне какое-нибудь другое превью забабахать для вас. Да, ну и конечно хорош, умираю от голода, а еще удобную позицию для превью. Реально непонятно, где было вот это вот все. Это я точно скажу. Да, я точно скажу, что это птица. Вот здесь вот уже дорога. Туда дорога, охренеть, чисто ровная дорога. Давайте вот дороги пробежимся. Дурачки. Дорога, по идее, там к этому. Ручью ведет, да? Я все-таки в шоке, реально ботов пока нет. Ну-ка, вот уже что у нас было. Игра становится живее, это здорово, но я так и не понимаю, где бот. Вот это вот. С какой стороны? Или я сейчас просто на птицах учусь? Вот раньше было понятно, когда бот. А сейчас непонятно. Это умирать не от голода, что ли? Ну да, моя смерть, такая жизнь будет от голода, но а чё бы нет. Ну да, собственно, по дороге я сейчас дойду до водоема. Наверное, но это не точно. Просто куда-то бежим. Вот чувствую, кстати, какое-то мясо. Дурачок. А хотя здесь уже взрослые особи, судя по типу. У
Очень близко это сейчас произошло, интересно мне. А там же здесь. Я уж и забыл про второго терминатора, но он тут лучше застрял. Кто бы там увидел. Ебать. Прикольно, я так слег от голода. Ладно. Дорогие друзья, спасибо, что смотрели. Следующий ролик у нас будет по стегозавру. Вот не получилось выжить за карнотавра. Думаю, выживем за какую-нибудь травоядного. Потому что пока с мясом тут вообще проблема. Ну ладно, всем удачи и всем пока. Подписывайтесь на канал. Надеюсь, вам понравился этот ролик. Не болейте. Всем здоровья.